Вы одинокий человек. Конечно. Вот почему мне запомнилась вот эта жизнь с песнями. Больше всего мне запомнилась ария мистера Икса. 60 лет назад. Я мальчишка. 9 класс. Георг Оц, фильм «Мистер Икс». Прекрасный фильм. Он поет. И мне это врезалось в песню. Никто не знает, как мой путь одинок. Но где же сердце, что полюбит меня? Почему я 17 лет, впереди вся жизнь? Вот она врезалась. И действительно, одинокая жизнь. То есть можно сказать, что если бы не политика, и если бы не ваша успешная карьера в политике, ваша жизнь достаточно грустная? Политика меня оторвала от всех. Я в зоопарке, я манекен. Автограф, фотографироваться. Вот я приду в баню, что это будет? Вот смотреть, во, пришел Жириновский. А вы любите баню? Обычную баню люблю. Внутри это жизнь, невозможно. Магазин, рынок. Я хочу поторговаться, они мне бесплатно отдают. Чем мне бесплатно? Да. Они я теперь, пришел они поторговаться. Они теперь узнают об этом вашем желании, Владимир Львович, услышат и будут с вами торговаться. Поэтому я не получаю никакого удовлетворения от жизни обычного человека. Сложно, искусственная жизнь получается. Владимир Львович, я не знаю, насколько обрадует эту вашу жизнь подарок, который мы приготовили для вас под Новый год, но надеюсь, что обрадует. Не то, чтобы вы станете простым человеком, но это вот такой шикарный микрофон для караоке. Я знаю, что вы любите петь в караоке, да, даже сам с собой. Наверное. Можете где угодно. Вот. Видите, у него масса всяких приспособлений, и инструкции есть. Вот. Я думаю, что если вы не разберетесь, вам помощники помогут. Есть там, да, все. Что тут запишут. Фильм «Разные судьбы». Композитор Рощин поет. И слова там. Мы почему с тобой мы встретились лишь сейчас? Ты еще моложе кажешься, если я около. Видно нам встреч не праздновать. Ты любовь моя последняя. Понимаете, ты любовь моя, боль моя. Это запомнил на всю жизнь. Вот это 3-4 песни. Вот еще одна мне понравилась тоже. Трошин, «Ночной звонок». Я вхожу в автомат ночной, набираю я номер твой, и сигналы к тебе летят, а вокруг ни шагов, ни машин, только ветер и снег. На 7-м этаже не заснул человек. Она там, на 7-м этаже. Она не стала моей женщиной, моей любовью. Я какой только пою вы... песни. Как... Где-то там. Владимир Львович, одиночество, какой вы нигде не светит. Сентиментальный, да, человек. Да. Добрый.